Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня будет обзор одного интересного кинотеатра, который называется 1WinTV. Этот кинотеатр, на него ссылочка будет у меня внизу в комментариях. Посмотрите, и при регистрации вы получите 100 бесплатных фильмов, введя промокод 1WinTV Free. Так что переходите, регистрируйтесь и смотрите 100 фильмов совершенно бесплатно. Фильмы здесь есть много очень новинок 22 года, все очень интересные. Сейчас немножко пройдем. Кинотеатр этот можно смотреть и на ноутбуке, и в телефоне, скачав приложение на Android или iOS. Есть приложение и для Windows, а также можно смотреть спокойно в своем браузере. Вот, как вы видите на экране, есть очень много фильмов, новинок, все они здесь есть. Фильмы разделены, можно выбрать по категории, например, вот выберем фантастику и нажимаем «Найти», и он подбирает кинотеатр фильмы с этой категории. Фильмы отмечены кинопоиском рейтинг, там, как вы видите, он 6, 6,4, так что можно выбрать фильм, у которого больше рейтинг, чтобы его поинтереснее смотреть. Озвучка здесь отличная, дублированная, вот этих пиратских, которых ничего не понятно, нету, здесь все красиво озвучено, так что звук вы будете довольны, поэтому можно выбрать этот кинотеатр для просмотра фильмов. Также фильмы можно, кроме фильмов, здесь есть также разные сериалы, тоже они поделены по категориях: фантастика, как вы видите, спорт, приключения, мелодрамы, и все фильмы, вот видите, вот «Дом драконов» даже есть, все его серии тоже можно смотреть с интересной озвучкой. Фильмы здесь часто обновляются, добавляют новинки, поэтому только выйдет фильм в каком-нибудь хорошем качестве, сразу они в этот кинотеатр его и добавляют. Так что можете спокойно смотреть, ждать и не переживать, что какой-то фильм вы пропустите, обязательно он здесь будет. Фильмы еще разделены по годах. Можно, например, ползунок убрать вниз и выбрать старые фильмы, кого, ну, захочется посмотреть какой-нибудь старый добрый фильм. Выбираете старые года, ну и смотрите фильмы. Также, вот видите, мы выбрали, и вот показывает все фильмы. Каждому фильму есть описание краткое, кто снимался в главных ролях. Ну и, как я говорил, рейтинг кинопоиска. Ориентироваться в этом кинотеатре несложно, найти все легко и быстро. Вот то, что вы видите на экране, это я смотрю в браузере. Чуть позже я еще покажу, как смотреть данный кинотеатр в телефоне с помощью Android. Тоже можно смотреть в браузере, например, Chrome, или скачать приложение. Категории фильма можно убирать, добавлять на свой вкус, кто какие любит. Лишние категории, которые вам, например, не интересны, например, ужасы, можно убрать из списка, и их не будет. Так что, ну, интересный поиск, очень удобный, мне нравится, поэтому ориентироваться в этом кинотеатре будет несложно. Плюс, что можно разделить по годах, новинки всегда идут в первой очереди, это тоже большой плюс, не надо их долго искать, и только новинка вышла, заходите в приложение, и сразу уже они вверху есть. То же самое и по сериалах, только вышла новая серия, она сразу здесь появляется, и ничего не пропустите, тем более с помощью моего промокода 100 бесплатных фильмов, а я думаю, 100 фильмов, ну, я считаю, это очень много, поэтому пользуйтесь. Ну а вот посмотрим, вот приложение, это уже с мобильного телефона. Я зашел с браузера, тоже в мобильном телефоне, тоже удобное e-меню. Вот видите фильмы, почитаете, какие здесь названия фильмов, тоже удобно все, кнопочкой «Смотреть» можно нажать «Смотреть». Вот давайте сейчас какой-нибудь фильм выберем и нажмем вот эту кнопочку, так, «Смотреть». Вот, как вы видите, рейтинг 7,1, время фильма, жанр,
краткое описание. Качество фильма тоже можно выбрать от 480p, 720p и Full HD 1080p. Поэтому картинка будет великолепная. Озвучка, как я и ранее говорил, у нас дублированная. Так что все отлично. Вот вы внизу видите ссылки, можно здесь скачать для Android и для iOS само приложение, установить все в свои телефоны, ну и все это смотреть. Так, ну тоже видите, приложение удобно, красиво смотрится в телефоне, тоже есть разделенные фильмы по категориях: вестерн, аниме, комедии, фантастика, триллеры, ну и другое. И также само все и по сериалах. Фильмов здесь очень много, как я и раньше говорил, они постоянно обновляются, постоянно добавляют. Вот и Юрский период есть про динозавров, и Морбиус. Тоже хорошая озвучка и в хорошем качестве все это можно тоже здесь посмотреть. Так что вверху тоже можно так полистать, и как у сторисах, искать фильмы, что вниз, что так. Кому как нравится, как говорится, кто как привык. Есть вот последний сериал, который сейчас популярный, и тоже вот видите, он уже здесь есть. Есть сезон, есть все серии, выбираете сезон, выбираете серию и смотрите интересующую вашу серию в любом качестве под ваш интернет. Тоже все это можно посмотреть, все здесь есть. Так, еще в этом кинотеатре есть поисковик. С поисковика можно написать название фильма там вверху, и быстро находит он фильмы. Например, можно, ну, какой-нибудь написать там «Игры престолов» или еще какой-нибудь, который вы любите. И приложение быстро находит интересующий вас фильм. И тоже можете спокойно его выбрать. Вот видите, я вверху набрал приложение. Здесь все сезоны поисковиков набрал. И все серии каждого сезона. Тоже разного качества. 1080p, 720p, 480p, кому которое подойдет. Так что вот такой кинотеатр. Я его вам советую. Пользуйтесь промокодом, чтобы получить 100 бесплатных фильмов. Ссылочка внизу, как всегда. Ну и всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Всем пока-пока.